Дорогие друзья, еду впервые покупать новый автомобиль. Ощущения, конечно, супер. Вот, причем за наличные, вот, не в кредит. Вот, и все это благодаря сетевому бизнесу. 8 месяцев я в теме, и вот такой у меня неплохой результат. 1 миллион рублей за 8 месяцев. Все. В следующем видео я покажу вам мою новую машину. Пока. Ребята, всем привет! С вами Дмитрий Пупкинков, и я снимаю вторую часть видео. Вот уже на новом автомобиле, да, я вам показал, что, ну, как бы наличные деньги, я купил автомобиль за наличные. Вот, буквально за 8 месяцев компания DogFusion благодаря сетевому маркетингу. Вот, последнее место работы 3 года назад, да, я ушел из наемного труда, я зарабатывал 18 тысяч рублей. И вряд ли бы я и за 5 лет заработал бы на новом автомобиле. Благодаря сетевому маркетингу, да, такому прикольному бизнесу, благодаря моей команде и, естественно, благодаря моему спонсору Трукачанову, я смог это сделать. Вот, чего вам тоже желаю в новом году. Достигайте успеха, начинайте любой бизнес, если вы уже в бизнесе, ни в коем случае не бросайте, потому что я еще ни разу не встречал людей, которые не против заниматься сетевым маркетингом, не достигли бы здесь успеха. Вот, подводя итоги, скажу, что я заработал свой первый миллион впервые в этом году, увеличил свой доход в 10 раз. Вот, и что еще хотел добавить, напомню. А, и у меня, естественно, впервые родился ребенок, моя любимая дочь Виктория. И у меня сейчас есть возможность, классная возможность проводить это время с моей любимой семьей. Вот, и желаю вам в новом году успехов. Напишите в комментариях то, чего вы ждете от 2012 года, и то, чего вы добились в 2012 году. Насколько увеличился ваш доход в бизнесе, какой вы бизнес начали, и вообще, что у вас было хорошего в этом уходящем, прекрасном для меня году. Всех с Новым годом, вот прекрасная елочка. Вот, успехов, удачи. Всем пока-пока. С вами был Дмитрий Кутенков. Естественно, что мы хотели сделать, показать автомобиль, заснимать мотора. Ну все, всем пока-пока.